привет, на канале Погода Лайф. Очередной день стройки. Едем на участок, солнечный день. Естественно, пробка. Архлес. Интересно, архангельский лес или что это? Все время езжу мимо, решил заехать, посмотреть. Что ж они тут продают-то? Бани, бочки, еще что-то. О, чам. Давно хотел посмотреть. Вот такая купель. Напротив лавки слив для воды и для подогрева воды печь и крышка. Ну или альтернатива вот такой. Ну, такой у всех есть. В принципе, стандартная вот эта чаша. И сидят там все друг напротив друга. Тут мне нравится. Но для такой купели нужно, конечно, ровную площадку. Что мне нравится, то что ее не надо утапливать с одной стороны. Бани, бочки стандартные. 2,5 на 6. Внутри помывочной нету. Просто парилка и комната отдыха. Но такая тоже с закругленными стенками. Не знаю, насколько это комфортно долго сидеть. Хотя есть люди, у которых есть баня, бочка. Им нравится, не знаю. Насчет бани подумаем, а насчет купели очень даже. Мне прямо и цена сладкая. Надо обсудить с домашними. По поводу кровати нашел человека на Авито. У него тут стройгородок раньше куда-то был. Сейчас все разбираю, приехал. Такой, как в фильме ужасов. Двери, 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 двери. Ну, собственно, вон такие кровати. Железные, хорошие кровати, двухъярусные. Можно выбрать. Поэтому думаю, сейчас я беру две двухъярусные кровати под строителей. И все. Приезжаешь по Авито за кроватями железными, по 2000 каждая. А в итоге уезжаешь, стол огромный, который не влез в прицеп, потому что прицеп просто забит. Просто забит. Сейчас приеду, покажу, конечно, что там вплоть. Даже постельное белье я взял. Ребят, ну, понимаете? Все в эту цену. Вот это сервис, вот это вот повезло, фартануло. Все, приехал. Не, ну, правда, вот эта вот тема экономии. Приехали. Вот эта тема экономии на самом деле. Вот ни разу не пожалел, что купил себе прицеп. Один раз я потратил 50 тысяч, купил его, перевез на нем уже просто гору всего. Заработал на нем. На профи.ру, по-моему, я оставлял заявки, там смотрел, кому-то что-то перевозил, также дачникам. Ну вот удобно, правда. И опять же, можешь сесть в машину 5 человек, ну, включая тебя, с собой груз забрать и поехать куда-то. Можешь поехать на природу, взять с собой прицеп. Пятером можно поехать на природу, взять с собой прицеп, в него все положить. При желании вообще можно положить в него матрас и спать в нем. Короче, а если что-то находишь на Авито, к примеру, да, что-нибудь дешевое, и там тебе надо срочно вызвать газель, попробуй найди эту газель. Нигде, никто тебе не поедет сразу вот так вот по щелчку пальцев, просто взяли и поехали. Нет, такого не бывает. Короче, вот в очередной раз на Авито я там хотел купить кровати, а купил и кровати, и стол, вот тот стол, и еще один стол, кстати, где он, а, ну, приказ, и скамейки офигенные, и даже постельное белье, и все пошло в эту цену. Вот так вот бывает, просто надо искать, находить, халява есть. Но сама она тебе в руки не прыгнет. Все, сейчас разгружаемся. Такая вот столешница. Очень даже хорошо вписалась. Снизу можно еще выпилить будет полочку. Тоже что-нибудь складывать. Пока что распаковка нашего прицепа приостановлена. Потому что тут все немножко захламлено. Сейчас потолок, значит, доделаю. Пол.
вырежу туда-сюда лист, обрежу вот этот обналичку мою, и уже можно будет все заносить. Отсюда выносить, туда-сюда заносить. Работай. Все. Для вас вот так вот, а для меня 2 часа потраченного времени. Зашил я до конца речку, все как полагается. Сюда по-хорошему, наверное, такую обналичку. Есть уголок деревянный, не знаю, посмотрю, если недорого стоит, почему бы и нет. А так, все готово, по вашему счету, можно разгружать прицеп. Вот такие вот 2 3-метровые лавки, 2 2-ярусные кровати, такая вот, даже не знаю, как это назвать, и стол квадратный небольшой, но для бытовки, я думаю, сильно большой не нужен, хотя и 2 лавки тоже, наверное, ни к чему, ну и тот стол, который лежит на багажнике, позже его сниму, соберу. Стоять на улице будет как, ну, распиловочный стол, очень удобно, он такой же достойка, как эти скамейки, поэтому думаю, с ним ничего не случится. Кровать, чтобы собрать, нужно 16 болтов, что-то я забирал про болты и забыл, не были они в разобранном виде, поэтому болты привезу, кровать соберу. Сейчас поменяю личинку. Леха мне отдал дверь. Ключ я, естественно, потерял. Ну, личинку поменяю. Будет ключ новый от бытовочки. Тут ничего сложного. Откручиваем вот этот болт с торца. И поворачиваем защелку, вытаскиваем вот это, чтобы совпало вот в таком положении. И все. Ставим новую. В обратном порядке. Все готово. Вот она, новая личинка. Золотая. Ну, просто золотого цвета. Главное, болт вот этот, который выкрутили старый, не выбрасывайте, потому что он на всех замках разный. Ну и, скорее всего, придется ставить старый. Вытаскиваем ключи и ставим на место. Слепни это, конечно же. Так, ставили. Засовываем. И потом смотрим, чтобы болт совпал. Прикручиваем. И готово. Все, собрал я стол. Вот так вот он выглядит. Хочешь в теннис играй, хочешь доски пили. По крайней мере, он с такой мощными ножками. Прям труба профильная такая. 40 на 40 или 50 на 50 даже, может быть. Сварен качественно. Все, снизу розетку, и можно пилить на нем. Фанера влагостойкая, толстая. Очень даже удобненько. Так, а мы продолжаем. Время уже, правда, 7 часов вечера. Еще на работу ехать. Ночную смену. Так, думаю, как расположить тут все-таки кровати. Пришла идея поставить кровать здесь и сделать перегородку такую небольшую, чтобы можно использовать как гардероб. Зашел, повесил, обувь поставил. И немножко кровать будет огорожена, уголок такой. Наверное, сейчас сколотим. Вот, уже прикрутил сюда, значит, направляющий. И сверху. И сейчас поставлю перегородку. Выпилил под планки.
И будет у нас мини-гардероб. Все, получился такой уголок. Немножко закрывающий кровать, чтобы кровать была не сразу при входе. И здесь можно сделать полку. Одну-две. И вешалку. Вешать одежду. Кажется, очень даже хорошо получилось. Все гениальное просто. Матрасы на просушке. Кровати ждут сборки. Ну, эту штуку доделали. Все, на сегодня все. Ставим лайки, колокольчик, подписываемся на канал. Дальше больше. Стройка. Вот-вот. Ждем строителей, которые будут делать плиту. По бытовке осталось доделать кухонный уголок. Привезу микроволновку, чайник, плитку. Может быть холодильник, но это под вопросом. И надо сделать розеточки, раскидать. И, собственно, можно хоть самому жить. Пока-пока. Вот.